Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам представить Мишку-сказочника. Это такая вот чудесная игрушка, очень небольшая, размером с ладонь руки, около 12 сантиметров в высоту, которая умеет проигрывать сказки, читать стихи, проигрывать песенки и воспроизводить все то, что вы запишете ему на карту памяти. Карта памяти у него расположена здесь сзади. Есть разъем для микро SD и есть разъем для USB. То есть Мишка может уметь читать и то, и другое. И сзади, как видите, есть динамик, который воспроизводит музыку и другие аудиофайлы. Качество воспроизведения достаточно хорошее, звук объемный, стерео и приятный уху, качественный. Включаем Мишку с этой стороны. Это Ганя, рёбушка. Мишка начинает читать стихи. Заливается. Перематывает очень легко. Платьем утирается. Елена Премудрая. Вот она перед вами. Вот вы можете слышать качество звука. Можем сделать погромче. Её совершенно свободно. Можем сделать потише. Если вы хотите поставить какие-то спокойные ночные сказки на ночь вашему малышу, можно поставить на паузу и также снять с паузы. Заряда у Мишки хватает на 5-6 часов. Заряжается он от компьютера с помощью вот такого вот кабеля, USB кабеля. Зарядка продолжается всего лишь 2-3 часа, а воспроизводит Мишка 4-6 часов безостановочно. То есть это значит, что этого Мишку очень удобно брать с собой в дорогу и развлекать вашего малыша столько, сколько нужно. Приятный бонус, то что этого Мишутку можно одеть на шнурочек. Здесь есть специальный разъемчик для шнурочка. И ваш малыш может везде этого Мишку носить с собой. Качество пластика очень приятное, он очень гладенький, симпатичный, миленький. А самое главное, это то, что он будет читать именно те сказки, которые вы сами подберете вашему малышу. А когда эти сказки вашему малышу надоедят, вы сможете заменить содержание и менять его и дальше, вместе с тем, как ваш малыш будет расти, меняться, будут меняться его вкусы и предпочтения. Вот. А также очень здорово закачивать в Мишку аудио сказки и аудиопластинки, те самые аудиопредставления, которые мы с вами слушали в нашем детстве с пластинок. Сейчас это может делать для вас Мишка, воспроизведя все эти замечательные файлы. Спасибо за внимание!